И тогда тебе становится все равно, на какой дистанции противник находится. Будет ли близко его голова, ты руку до конца разогнешь в удар. Будет ли она далеко, ты руку разогнешь до конца. То есть у тебя проблем не будет, как бывает у многих людей, они не могут удар нанести сильно, если он не на идеальной дистанции мишени находится. Вот стоит вот на конкретной дистанции. Вот он с нее хорошо может ударить. Но чуть ее стоит поменять, он уже не может. Легко это проверяется. Я люблю тестировать их с разных людей. Когда у нас заходят какие-то споры, там, а по поводу того, имеет ли там удар прикладное значение, и вообще сильный ли там удар можно ли нанести в каком прикладном варианте. И вот люди там мишевари делают, там доски разбивают в стопку. Я говорю, давай я тебе подержу доски. Человеку беру доски, держу, он становится на ту дистанцию, которая ему удобно, примеривается и наносит удар, ломает доски. Я говорю, хорошо, а теперь стань на полшага. Ну не на полшага, на пол самки стопы ближе. Он говорит, я не могу, мне неудобно уже, я не разобью. Я говорю, а я разобью. Я разобью и дальше, если встану, и ближе, если встану. Вот мне вот удобно бить отсюда, да, помакивать. Но даже если я встану вот так, я все равно прямой удар настану. Мне все равно, потому что это натренировано. И тогда вот этот именно максимальный силы прием, и, кстати, я руку до конца разгибаю. То есть нет такого, что она у меня там осталась согнутая. Что вот отсюда я ее до конца разогнул, что отсюда, я до конца разгибаю. Уже не будет иметь со значения, откуда наносить прием, он будет идеально сильный. Но это уже дальше мы двигаемся когда немножко. Сейчас нам надо научиться с идеальной дистанции.